В Чебоксарах задержали мужчину, который сообщил о бомбе, заложенной в доме по улице энтузиастов. По данным правоохранительных органов, безработный чебоксарец, будучи в нетрезвом состоянии, позвонил в службу спасения и сообщил о заложенной бомбе. По получению данного сообщения оперативная группа выехала на место происшествия, и никаких сведений о взрывном устройстве и самих взрывных устройств не было обнаружено. В связи с поступившим сообщением 5 марта текущего года было возбуждено уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. И в ходе проведения мероприятий была установлена личность лица, который сделал заявление о заложенной бомбе. В ходе проведения следственных действий данное лицо было допрошено, ему органы предварительного расследования было предъявлено обвинение, и 7 марта 2018 года перед Московским районным судом города Чебоксары был поставлен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемое лицо неоднократно привлекался к административной ответственности, и судья согласился с мнением прокурора и избрал меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Хочу отметить, что санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 3 лет.